Да, Сань. Серег, ты извини, что я беспокою, в аварию попал таксистом. Чего тут делать для такого случая? Ну, ты вообще цел, живой, там, здоровый? Ну, да, голова уже целая. Ты где, в Яндексе заказываешь? Серега, ты не слишком аккуратнее. У него шизофрения прогрессирует. Его раньше очень стрессовал ночью. Во-первых, они тебе должны дать новую машину, вот, ну а там... Не дают? Не дают? Ну, я реально позвоню тебя, жду уже, там холод как бы. Ну, понятно, ну... Водитель нормальный, как бы, ну, ничего такого, голову ушит. Блин, ну я тебе, ну вообще они должны дать другую машину. Ну, либо садись на другую машину, вызывай другую машину, это самое, а потом будешь дальше разбираться. Ну, что, стоять на морозе, что ли? Главное, жив-здоров, что я тебе могу сказать? Да, блядь, это самое главное, интеллигент, говори, купил. Ну, что я тебе могу сказать? Главное, жив-здоров, а это все мелочи, ерунда. Бывает. Я хирею, блядь, я врезался, блядь. Авария, блядь. Ну, ты умудрился, блин, да. Ну, скользко, я же говорю. Я такси вызвал, блядь, я ничего не взял, но, как бы. Ну, да. Так, сейчас я, Сань, давай через 10 минут созвонимся, я сейчас вот подвожу итоги конкурса. Да, хорошо, я понял, но я 8 часов там. Бери тачку, да, уже 8 часов, бери тачку, садись, а но потом... Не, выйду в тачку, мне не вызывай тачку, мне голова болит, пиздец. Ну, вот тут, ну, либо дождись ментов, возьми справку, что да, вот пассажир такси там, да, попал в аварию, номер машины запиши, там, что там, я не знаю. Это, телефон, да. телефон таксиста возьми, да. Ну вот именно, да, вот именно, это самое главное, а это все херня. Давай, Саня, обнял. Да, давай, Саня, обнял, сейчас я итоги подведу прям буквально. Я тебе через 10 минут перезвоню. Давай, давай, Саня, давай. Так, все, ребят, ставок больше нет, подводим итоги нашего сегодняшнего марафона. Марафона.